анонс и точную дату выхода с 90 по 94 серию нового сериала «Кровавые цветы». Новые серии сериала продолжат выходить на турецком телевидении с 1 мая. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы будем наблюдать за тройняшками Барана. Холодные, упрямые, неулыбчивые и агрессивные. Дилан снова попытается достучаться до Барана. Баран понимает, что сломал всех в доме. Баран делает предложение, чтобы Дилан поняла его ценность после потери любимого человека. Затем мы находим Дилан, лежащий на полу. Мы не можем не сказать, что случилось с Диланом. Дарья постоянно творит зло, преследуя эту девушку, и она не наказана. Девушку постоянно били по голове, а результата никакого. Сейчас это будет нонсенс, если Дарья останется безнаказанной, а Дилан продолжит плыть по течению жизни. Она либо будет страдать потерей памяти, либо Дарья после такого удара окажется в тюрьме. С другой стороны, Дарья не выдержала наговора Феррата. Она узнала, что Азаде и Дилан улучшили отношения в особняке, и что Дилан завладела особняком. Мы думаем, что это могло окончательно напасть на Дилана. Таким образом, Дарья думает, что Баран раскроет свои объятия и придет к ней. После этого случая Азаде может прервать общение с Дарьей. Баран очень сильно испугался за Дилан и немедленно отвез ее в больницу. В особняке будет большой беспорядок. Баран каждый раз говорил Дилан, что будет с ней и будет ее защищать. Однако этим врагам удалось проникнуть в особняк и причинить ей вред. Даже в саду особняка. Вот почему Баран окружает себя. Потому что не может обеспечить безопасность своей семьи. Возможно, Феррат произнес такие слова по этой причине. Приближение Барана к Дилан ни для кого не остается незамеченным. Кого бы Хасанбей не травил в очередной раз, возможно, это Азаде. Он пытается раздуть окружение так, чтобы придать ему консистенцию зажигалки. Конец Хасана будет от Кудрета. Пусть Кудрет пытается забыть свои последние голы, но пока он не встанет. Новые серии сериала продолжат выходить с 1 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.